Быстрее и дешевле. Сегодня в Управлении МВД России по Ненецкому округу состоялся брифинг, посвященный предоставлению государственных услуг в электронном виде. Этот способ значительно сокращает время, которое гражданин тратит на то, чтобы отстоять длинную очередь, и позволяет сэкономить семейный бюджет. Несмотря на то, что количество граждан, которые воспользовались получением госуслуг в электронном виде, с каждым годом растет, по словам заместителя начальника МВД России по НАУ Сергея Сахарова, существует ряд проблем. Одна из них касается механизма получения таких услуг. В течение 4 месяцев Управлением МВД России оказано порядка 5000 государственных услуг, но доля граждан, использующих механизм получения государственной услуги в электронном виде, остается крайне низка. В настоящее время Управлением внутренних дел по Ненецкому округу предоставляется 31 государственная услуга, 17 из них – отделом по вопросам миграции. Наиболее востребованные – это выдача гражданину Российской Федерации заграничных паспортов нового поколения сроком на 10 лет и старого образца с 5-летним сроком. Также выдача и замена внутреннего паспорта, постановка и снятие гражданина с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства. Как пояснила главный специалист, эксперт отдела Вера Красовская, обращаться за этими услугами через портал госуслуг очень выгодно, ведь для таких граждан существует значительная скидка. Особо ощутимо на заграничных паспортах нового образца. Там паспорт стоит 3,5. Если вы обратитесь через портал госуслуг, там вот действует 30% скидка, и он, соответственно, будет ниже 2,450. Также, что касается очереди. Регистрация, когда вы приходите делать регистрацию в ОВР, она делается в течение 3 рабочих дней. Если вы обратитесь через портал госуслуг, вас уведомят, когда вы можете подойти, вы придете и в течение 40 минут вам сделают регистрацию. Также касается паспорта. То есть паспорт Российской Федерации делается 10 дней, через госпортал 1 час. С каждым годом число обратившихся за оформлением паспортов через интернет растет, впрочем, как и за другими видами услуг, которые предоставляет ГИБДД. Это выдача водительских удостоверений и регистрация автотранспортных средств. Если по итогам 2016 года у нас процент обратившихся через единый портал государственных услуг составлял 4%, то по итогам 4 месяцев он уже возрос до 28%. Я захожу в свой личный кабинет, оставляю заявку, либо получить водительское удостоверение, либо зарегистрировать транспортное средство, выбираю удобный день, выбираю удобное время и прихожу к указанному времени. У меня есть возможность через личный кабинет оплатить государственную услугу с 30% скидкой. Быстро граждане могут получить и ряд других документов, которые предоставляет информационный центр МВД России по НАУ. Самой востребованной услугой, как Сергей Иванович уже отметил, является выдача справки о наличии отсутствия судимости. Срок мы уменьшили до 7 дней, в среднем 3-4 дня. Срок изготовления справки, если гражданин к нам обратится в электронном виде. С 1 января 2017 года мы приступили к исполнению услуги по выдаче справок о привлечении либо непривлечении к административной ответственности за потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача. Срок изготовления справки составляет также 30 дней в соответствии с требованиями административного регламента. Мы уменьшили этот срок до 5 дней, если гражданин обратится к нам в электронном виде через единый портал. Так что граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosusluga.ru, вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказывает МВД России. Любовь Пермякова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».